Запасливости ивановцев можно только удивляться. Еще вчера в ряде региональных СМИ прошла информация о том, что неизвестные по камешку растаскивают памятник Михаилу Фрунзе. Спустя ночь циничным образом ноги приделали еще одной гранитной плите. Пока в городской администрации ломают головы, как бороться с таким неслыханным вандализмом, неизвестные, видимо, понемногу мастят из гранитных плит садовую дорожку.